Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил 4 района и принял участие в старте строительства ряда объектов. В Лачинском районе планируется создание села Гюлябирт. В нем поселятся почти 600 семей, а общая территория населенного пункта составит 172 гектара. И еще 3 села появятся в Губадлинском районе. Глава государства принял участие в закладке жилого квартала, школы на 600 учеников и больницы. Также в районе появится административное здание. Ознакомился Ильхам Алиев и со строительными работами в городе Зангилан, где возводят конгресс-центр и гидроэлектростанцию Сары-Гышлак.